Объявляется минута молчания. Спасибо. Кто смотрел трансляцию, либо приходил на стадион посмотреть, смотрим еще за одним эпизодом. И 1-0 становится счет в этой встрече. Как это было? Передача в исполнении Алексеева. Да, Александр Щербаков в итоге после касания своего партнера коленом мяч отправляет в сетку ворот Платона Захарчука. Щербаков. И удар, и 2-0. Здесь никаких вопросов. Практически с места, вот смотрите. Два касания и без разбега отправляет практически мяч в левую девятку. Шикарный мяч. Мяч под свой контроль возвращает. Очередная атака правым флангом. Столбов. Лопарев. Удар и гол. 2-1. Вот это шикарно. Просто украшение сегодняшнего матча. И сейчас мы с вами посмотрим, как Артем Лобов сократил счет сегодняшней встречи. Шикарнейший просто удар. Практически в дальнюю девятку. Под перекладину залетает. Ну и сейчас оренбуржцы, я думаю, должны добавить в движение. Остается, скорее всего, до финального свистка. И здесь пенальти должен быть. Да. Макаров. Второй мяч записать на свой счет. Да, так и делает он это. Ничья.